Когда ты постишься в Рамадан, особенно если летом, не хочется ли тебе пить? На самом деле тебе не обязательно мне отвечать, потому что я знаю ответ. Ты можешь сказать, зачем я тогда это спрашиваю? Я отвечу, потому что я видел тысячи людей, которые испытывали жажду без поста и без Рамадана. Что бы ты делал, если жил на жаркой, сухой земле, где нет воды? Земля потрескалась из-за сильной засухи. Посмотри, например, на эту деревню в Нигере. Люди вырыли в земле яму, и в ней появилось немного грязной воды. Но раз это вода, они будут ее пить. Эта вода не только для людей. Мы обнаружили в ней лягушек. Но люди не бросят воду из-за каких-то лягушек. Я спросил переводчика, который был со мной, «Они пьют эту воду?» Он ответил, «Да, я сам пью такую воду». Одни из них держат лягушек, а другие пьют. И нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Может ли человек пить воду, в которой плавают лягушки? Даже ее цвет, клянусь Аллахом, не очищается ни на миг. Клянусь Аллахом, я не знаю даже. Это не все. Также они несут эту воду в свои семьи. Что заставляет их пить такую воду? Конечно, жажда. Если бы мы с тобой задержались в тех местах, мы бы, возможно, терпели бы жажду. Терпели. Но в конечном итоге, что бы мы сделали? Умерли бы? Нет. В конце концов, мы бы начали пить любую воду. Представь себе, что чувствуют те люди, когда видят дождь, воду, которая падает с неба. Это их мечта. Но осуществляется она очень редко. Они очень долго ждут дождей. Так, что выкапывают в пустыне огромное количество ям, надеясь на то, что вода останется в них подольше, хотя бы на один день, вместо того, чтобы быстро впитаться в недра земли и оставить их наедине с жаждой. Сейчас, когда я разговариваю с вами, жара просто убийственная, сильнейшая сухость. Я не думаю, что какая-либо жидкость может задержаться при такой температуре больше, чем на несколько дней. Так как же они здесь живут все эти годы? Я прошу Аллаха помочь им. Но дождь не идет, дождя нет. И вот они умирают один за другим. С ними происходили удивительные вещи. Мне рассказала руководительница одной тамошней благотворительной ассоциации. Она сказала, Почему у них такое положение? Температуры повысились, дождь прекратился, и вода высохла. Целые реки прекратили свое существование. И это не все. Жара становится все сильнее, а засуха суровей. Мы даже проходили мимо озера, которое полностью испарилось. Дно бывшего озера потрескалось, как будто землю разрезали на кусочки. Сейчас мы делимся с вами этими видами. Ох, прошу у Аллаха благополучия. Это место было источником жизни для многих. Субханаллах, оно полностью исчезло. Ты можешь себе представить, что сейчас по нему стало трудно ходить. Сухая глина, как камни. Местами по нему больно ходить. Но наши братья там еще не отчаялись. Мне любопытно, я хочу посмотреть, что они там берут. Что они находят в этой сухости? Представь себе, они ищут капли воды, выкапывая ямы в центре высохшего озера. Здесь остатки воды, вон там. А это яма, которую они вырыли. Аллаху мустаан. Можешь ли ты себе представить, как в один день ты выходишь из дома в поисках остатков озера, просто для того, чтобы попить воды? Познал ли ты величину той милости, в которой мы живем? Вы думаете, что это самое удивительное из того, что я видел? Нет, клянусь Аллахом. Еще удивительнее было то,
когда я проходил мимо жителей деревни, которые собрались вокруг какой-то ямы. Там были сотни людей. Для чего? Что там такого в этой яме? Я спустился вниз, чтобы посмотреть, что находится внизу, и увидел пятнышко воды. Люди скопились вокруг, ожидая, когда там накопится вода. И вода выходит из-под земли понемножку, каждый час. Они сформировали длинную очередь, каждый поставил свое ведро в зависимости от того, когда он подошел к этой яме. Тот, кто пришел первым, будет черпать первым, и все они ждут. Что касается беженцев из Центральноафриканской Республики, то их дети мешают имеющуюся у них воду с насекомыми, которых они едят для того, чтобы хоть как-то избавиться от голода и жажды. Клянусь Аллахом, если ты окажешься в африканских пустынях, ты почувствуешь себя так, будто оказался на другой планете, а не просто в другой стране. Задумывался ли ты, что с ними будет, если они так и останутся в их нынешнем положении, в такой нужде? Может ли какой-либо человек терпеть и выносить все это? Даже если он и вынесет, то до каких пор будет это продолжаться? Уважаемый брат, уважаемая сестра, некто взял на себя обеспечение этих жаждущих и предоставил им воду. Очень простым способом. Как вы думаете, кто это сделал? Всевышний Аллах. Да. Аллах велел тучам собраться над ними, а затем ниспослал на них свою милость. Чистый дождь с неба, во благо и на здоровье. Они смотрели на это прекрасное зрелище, ликовали и выражали свою радость. Всевышний Аллах сказал: «Он тот, кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет свою милость. Он – достохвальный покровитель». Братья мои и сестры, обращаем ли мы с вами внимание на нашу воду, которая у нас есть? Не трать ее попусту, просто потому что ее много. Ведь эта вода – мечта миллионов людей. Но мы этого не ощущаем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не трать без меры воду, даже если ты будешь у текущей реки». Я слышал этот хадис и раньше, но не представлял его себе. Вот течет река. Почему бы мне не растрачивать эту воду? Когда же я попал в Африку, я познал значение хадиса пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «О Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты наделил нас глотком воды из водоема Твоего пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его семью, после которого мы уже никогда не испытаем жажды. О Аллах, мы прибегаем к Тебе от жажды в судный день. О Аллах, покрой нас тенью Твоего трона в день, когда не будет другой тени, кроме Твоей тени. О Аллах, собери нас вместе с любимыми для нас людьми, с нашими отцами и матерями, с нашими супругами и детьми, братьями и родственниками в райских садах, среди рек на седалище истины, возле всемогущего властелина. Аминь, о Аллах, и хвала Аллаху, Господу миров».